Сережки, пресса и Маклюкова у гостей. Каменев с Дроздовым и Акуловым. И о как! Сразу решили Люк Джонсон и Каменев побиться. С удовольствием Джонсон принимает вызов. Пока присматриваются соперники друг к другу. Берет захват Каменев. Опа! А здесь потерял равновесие Джонсон, нанося удар. И в итоге схватка получилась очень короткой. Но, по крайней мере, вот мы получили ответ на вопрос, а что собирается делать ЦСКА? Нет, не то, что они всю игру будут это делать, но Каменев вызвал соперника на бой, чтобы дать эмоциональный заряд партнерам. Ну, вот это здорово, когда игроки договариваются. Не когда кто-то там прыгает со спины, а вот так вот будешь, да, конечно, буду. И все. И это нормальная мужская игра, нормальный мужской поступок. И здесь оба красавцы. Да, растергал, взяв захват Каменев своего оппонента Джонсон. Но если бы попал, это был бы страшный удар. А так потерял равновесие.